Южноуральца, который достал ребенка из горящей машины, наградили. Медаль за спасение погибавших Осману Мамутову вручил командующий войсками Центрального военного округа. Награда стала первой в военной карьере мужчины. Он рассказал, что виделся с ребенком после трагедии. 11-летний мальчик потерял родителей. Парня усыновила тетя. Он занимается плаванием. Напомним, ДТП, участником которого стал ребенок, произошло на трассе Чебаркуль-Месяж 27 октября 2019 года в 5 часов утра. Водитель за рулем «Лады Калины» выехал на встречку и столкнулся с «Форд Фокус». От удара «Форд Фокус» вылетел в кювет, опрокинулся, а после загорелся. 23-летний танкист Осман Мамутов, который спас ребенка из страшной автокатастрофы, позже рассказал, как вытаскивал ребенка. Открыл заднюю дверь, увидел руки тянущегося ребенка, поднял его оттуда, отцепил ногу ему, высунул из машины, поднял наверх, передал супруге. Далее спросил у него, есть ли еще кто в машине. Он ответил, что родители мои горят в машине. Взял огнетушитель, побежал дальше тушить. По предварительным данным, в результате аварии погибли 4 человека. В отечественной легковушке водитель, а в автомобиле Ford Focus глава семьи, его супруга и их 6-летний ребенок. 11-летний мальчик выжил, в том числе благодаря Осману Мамутову. Единственное, о чем военнослужащий сожалеет, что не успел спасти остальных участников ДТП.